Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня у нас морская тема. Готовить мы будем мидии по-чесночно-сырным соусом. Мидии – это чистый белок и множество микроэлементов. И это не только вкусно, а еще и полезно. У меня новозеландские зеленые мидии. Для начала мидию надо хорошо помыть. Аккуратно снимаем мидию с раковины, открываем ее и удаляем хвостик. Промываем мидию хорошо, потому что внутри иногда могут быть водоросли. Удаляем желудочек. Я срезаю его ножницами. Можно просто оторвать. Сделайте, как вам удобно. Раковину надо тоже почистить. Удалим ножку, на которую держалась мидия, и почистим раковину от водорослей и наростов. Кладем мидию обратно в ракушку. Приготовим чесночно-сырный соус. Чистим чеснок. На средней терке натираем сыр. Мне нравится сочетание пармезана и моцареллы. Можно использовать любой сыр, какой у вас есть. К сыру добавляю 2-3 зубчика чеснока, 2-3 ложки майонеза и пару ложек соевого соуса. Хорошо все перемешиваем. Закрываем мидию соусом и выкладываем на противень. Запекать мидии будем в духовке при 180 градусах, буквально 5-7 минут, пока запечется сыр. Мидии готовы. Выкладываем на блюдо и посыпаем мелко порезанной зеленью. У меня это лук-шнит с легким чесночным ароматом и островатым вкусом. Идеально подходит к запеченным мидиям. Мидии под чесночно-сырным соусом готовы. К мидии можно подать бокал белого вина. Дары моря полезные и очень вкусные. Такое блюдо украсит ваш праздничный стол и прекрасно подходит для романтичного ужина. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новых рецептов. Делитесь нашими видеорецептами с друзьями. Прошу к столу и приятного вам аппетита!